Уважаемый участник вебинара, Роман. Мы готовы начинать. Время 17.00. От лица Института правительства рада приветствовать всех участников вебинара проекта «Смотреть, читать, развивать». Данный вебинар организован в рамках недели знаний на Ямале. Представлюсь. Заместитель начальника отдела профессионального развития Института правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Киселева. Прежде чем мы начнем, давайте протестируем качество связи. Поставьте плюс, если все хорошо слышно и видно, и минус, если есть проблемы. Ольга, скажите, мы будем записывать вебинар наш? Да, вебинар идет запись, поэтому всех, кто не сможет подключиться, мы обязательно дадим запись. Итак, смотрим чат. Есть ли проблемы? Так, ну минусов не вижу. Тема сегодняшнего вебинара – непрерывное развитие как верный путь к успеху и самореализации. А я с удовольствием хочу представить спикера данного вебинара, модератор и фасилитатор стратегических сессий, бизнес-тренер, профессионал в корпоративном проектном и операционном менеджменте и HR Роман Дусенко. Роман, передаю вам слово. Коллеги, всем привет, добрый день. Невероятно приятно сейчас находиться и, так сказать, быть в пространстве, распределенным между большим количеством нашей территории российской. Я сейчас нахожусь в Москве, вы находитесь в Ямале, на Ямале, вот, и мне кажется, это очень классно. Есть ли у нас возможность у коллег общаться с камерами или нет такой возможности? Можем в конце сделать время для вопросов. Угу, отлично. Тогда у нас это наш чат. Я, насколько я понимаю, это наш чат, в котором мы можем с вами взаимодействовать. Ольга, спасибо большое за представление. Уважаемые коллеги, участники, да, сейчас еще пока такое раскачивающееся время. Давайте будем потихоньку начинать. И это наше начало плавно пойдет в такое состояние, когда мы будем с вами настраиваться друг на друга. Возможно, что-то будет так, что-то вот как вы ожидаете. Возможно, будет немного по-другому, но вы, в любом случае вы находитесь... У нас будет наше с вами время с ваших 17 до 19, а моих с 15 до 17. Поэтому начнем работать, и мне будет очень важно получать от вас обратную связь. Обратная связь в виде информации в чате. Итак, я бы хотел начать с самого простого вопроса. А как у нас сегодня с настроением? Давайте оценим свое настроение от единицы до 100%. Буду рад увидеть ваши циферки в нашем чате, чтобы у нас такая живая с вами дискуссия была. Отличная, да, Дарья, вижу, прекрасно. Ольга, Валерий, 80, но тоже еще нормально, не критично, да. Угу. Юра, 86,5, какая точная цифра. Интересно, да. Ну что ж, вижу, 77, 99. Ну, вполне удобно просто одну и ту же цифру нажать, что ж. Это тоже вариант. Окей, отлично. Спасибо вам, что вы пришли. Но будет несколько таких интересных ограничений. Ну что ж, я начну. Настроение пятница. Ну, хорошо, хотя пятница завтра. Посмотрим, да. И завтра еще и 1 сентября. Именно, кстати, накануне нашего 1 сентября мы с вами все это и начинаем. Ну что ж, давайте попробуем начинать двигаться. И для меня важно, чтобы мы с вами могли точно... И четко, вот прям хорошо поработать для того, чтобы мы сегодня и вам, и мне было много что интересного, чтобы вы реально вот поработали над той информацией, которой я хочу с вами поделиться. Ну что ж, я надеюсь, вам видно мой экран, я надеюсь, видно ту презентацию, которую я для вас приготовил. Итак, сегодня... Мы будем говорить о непрерывном развитии. Тот путь к успеху, который поможет вам его действительно получить. Но есть один такой важный нюанс. Это событие в жизни каждого, которое может произойти, а может не произойти. Объясню почему. 2 часа, которые здесь, можно действительно активно поработать. Можно включиться и получить действительно пользу
А можно просто отключить камеру, включить звук, может быть, даже, и заниматься своими делами. Выбор каждого. И выбор это твой. Потому что на самом деле все, что сегодня будет происходить, мы сегодня с тобой на «ты». А это значит, что это твой вебинар, как будто мы с тобой только вдвоем. И с этого момента, так как мы с тобой вдвоем, и это твой вебинар, начинается твоя зона ответственности. Ответственность за то, прослушаешь ли ты его или действительно получишь что-то для себя важное. Прежде чем я начну, я хочу, чтобы ты приготовил листья бумаги или блокнот, маркеры. А так как мы будем 2 часа, я бы рекомендовал тебе еще и немного взять воды, для того, чтобы тебе было комфортно запоминать или вообще размышлять то, о чем я буду с тобой говорить. 2 слова расскажу тебе, почему меня выбрали и на каком основании я вообще выступаю перед вами. Это мой телеграм-канал. Если тебе будет интересно, подпишись. Меня зовут Роман Дусенко. Я много лет занимаюсь тем, что помогаю компаниям и людям находить свои цели. До этого я был предпринимателем, я работал в банке, возглавлял несколько российских банков. Если тебе будет интересно, ты можешь погуглить и найти информацию обо мне. Но последние 10 лет я занимаюсь именно разработкой стратегий личных и стратегий компаний. Провожу обучение и консультирую компании. Итак, сегодня это твои 2 часа, которые мы с тобой проработаем. Да, это моя ответственность сделать так, чтобы тебе было интересно, и чтобы у тебя были результаты, связанные с тем, что ты прослушаешь. Но и моя ответственность, чтобы дать тебе полезную информацию. Надеюсь, что никто не оставил кипящие задачи, поэтому предлагаю вам мобильный телефон убрать. Просто перевести их в авиарежим. Ничего с тобой не случится, поверь мне, что 2 часа ты спокойно проживешь без телефона. Ну что, попробуем, полетели? Действительно, у нас с тобой будет всего 2 часа. 2 часа – это совсем мало. В целом, средняя моя программа длится примерно несколько месяцев. А подготовка к стратсессии занимает и, может быть, больше. 2 часа – это время, чтобы тебе прислониться, почувствовать, наверное, ту какую-то информацию, которую ты бы хотел получать. Но для меня эти 2 часа – это возможность достучаться до твоего сердца. Возможность достучаться до тебя, возможность, что кто-то из тех, кто сейчас здесь, действительно может что-то унести с собой, и жизнь твоя может измениться. Ну что ж, еще о чем я хочу попросить тебя, чтобы ты попытался быть здесь и сейчас. Да, 5 часов вечера, это уже возможно окончание рабочего дня, или ты уже дома. Попроси своих домашних, чтобы они тебя немного не беспокоили. Чтобы ты дал возможность себе что-то узнать. Ты потом компенсируешь им их своей любовью, своим отношением, но попробуй сфокусировать свое сознание на происходящем именно в этом месте, именно в эту секунду, не отвлекаясь, не размышляя ни о прошлом, ни о будущем. Что тебе предстоит и что тебя ждет, это знакомство с самим собой. Возможно, ты скажешь, что за ерунда, как это так я могу знакомиться с самим собой? Поверь мне. Чем больше я живу, тем больше я понимаю, что каждый день узнаю себя с новой стороны. Как я и просил тебя, у тебя должна быть бумага и фломастеры. Попробуй сейчас ответить себе на вопрос. А вопрос этот, попробуй ответ на этот вопрос записать наверху своего листа, который блокнота или что-то еще. Зачем ты здесь? Зачем ты пришел на вебинар? Попробуй ответить. Для тех, кто хочет поделиться своими мыслями в чате, мы будем очень рады и почитать твою идею, что ты напишешь в чате. Итак, зачем ты здесь? Попробуй ответить себе на этот вопрос. Дам тебе 10 секунд тишины. Посмотрим наш чат. Нет звука для развития. Угу. Если кто-то отвечает для развития, это значит, что со звуком у него все в порядке. Итак, все ли в порядке со звуком? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Слышите ли вы меня? Картинка сейчас появится. Плюсик есть, все нормально. Плюсик есть, звук есть, отлично. А вот вам и картинка. Зачем ты здесь? Это твой главный вопрос, к которому ты будешь возвращаться весь наш вебинар. А мне бы хотелось, чтобы ты возвращался к нему и после.
Потому что сейчас ты написал, если ты был честен сам с собой, и ты глубоко копнул в себя основную причину, или, возможно, твою основную задачу, которую предстоит тебе решать в жизни. И, возможно, этот вебинар будет одной из частиц вот этого пазла, который ты сможешь сложить, чтобы это решение найти. Ну что ж, движемся дальше. Прежде чем мы начнем конкретно заниматься про саморазвитие, я хочу немного тебя настроить на то, что все, что с тобой происходит, все, что ты сейчас чувствуешь, все, что ты видишь, это есть твоя интерпретация. Что это значит? Нас сейчас где-то примерно там 50, может быть, больше человек. Это значит, люди с 50 интерпретациями происходящего собрались в одном месте. И моя интерпретация – это тоже еще одна. Интерпретация – это тот фильтр, через который ты смотришь на жизнь. Возможно, для кого-то жизнь полна возможностей. Класс, это твой фильтр. А наоборот, кому-то жизнь полна трудностей и препятствий, и это твой фильтр. Возможно, твой фильтр – так, еще один вебинар, еще один тренер. Явно говорит что-то, что мне не подходит. Классно, ты видишь мир именно так. Но я попрошу тебя попытаться перестать оценивать, что тебе нравится, что ты сегодня услышишь, или от меня, или от других спикеров на других вебинарах, или не нравится. Твоя задача – попробовать принять ту информацию, которую ты получаешь, для того, чтобы она немного пожила в тебе, для того, чтобы, возможно, ты смог бы изменить свою интерпретацию. Почему нам важно менять свои интерпретации? Интерпретация – фильтр. Так вот, когда мы еще раньше ходили в кино, было, помните, может быть, фильмы 3D, да, мы приходили, надевали очки, один синий, другой зеленый, и живая картинка, всего лишь двухмерная, в какой-то момент начинала проявляться трехмерной, она оживала. Это значит, что ты видел то, что на самом деле другие не видят, и ты видишь по-разному. Я сейчас вижу одно, слышу одно, ты слышишь другое. Так вот, очень важно, чтобы твой фильтр, который ты создавал всю свою жизнь, это как бы ты через этот фильтр смотришь на эту жизнь. И жизнь твоя кажется тебе такой или такой. Конечно, если мы возьмем историю, то, наверное, на твоих очках вот этой интерпретации твоей жизни есть очень много разных мазков. Мазков своего детства, юношества, твое студенчество, твоей работы, твоих побед, твоих неудач. И через все это ты смотришь на эту реальность. Классно, интересно, важно, но у тебя есть возможность поменять свой взгляд. Ты можешь снять одни очки и надеть очки другие. Это так называемые стереотипы, потому что все, что происходит в твоей жизни, любое событие, оно в целом абсолютно нейтрально. Но вдруг в тот момент, когда ты встречаешь это событие в своей жизни, ты начинаешь его интерпретировать, то есть описывать его для себя по-своему, окрашивать его хорошим, плохим или, наоборот, нейтральным. Но со временем, через какое-то время, ты вообще смотришь на мир не на как событие, а на как все, что представляется тебе в твоем сознании. То есть ты воспринимаешь мир исключительно через свою интерпретацию. То есть через такую призму, который ты смотришь на мир и ведешь себя только одним образом. Наша задача организаторов – дать тебе импульс, возможно, к изменению твоего поведения. Интерпретация – это картинка мира в твоей голове. Но я могу сказать по-другому. Интерпретация – это ты. И говорит с тобой о том, что все, что у тебя сейчас есть в твоей жизни – это твои интерпретации. А все, чего у тебя сейчас нет – это тоже твои интерпретации. Или то, чего у тебя сейчас есть, это то, что тебе важно, а то, чего у тебя нет, это тебе не важно. Вот мы быстро прошли такую вводную часть, которую бы мне очень хотелось, чтобы ты для себя отметил. Все, что ты видишь, это твоя интерпретация. И то, что ты будешь сейчас воспринимать информацию, пойми, что ты воспринимаешь ее через свою интерпретацию. А самое главное, ты себе ответил на вопрос, зачем ты здесь. Мы переходим ко второй части. Как с настроением? Давайте поставим циферку 1, что у вас все хорошо, и циферку 2, что давайте уже останавливать и заканчивать наш вебинар. 1, 1, 1, 1, все хорошо, прекрасно, вижу. Отлично, спасибо, друзья. Окей, итак, цифра 2. Мы поехали. Что сегодня мы будем делать? Мы пройдем 6 основных пунктов.
Мы разные, и мы живем в изменчивом мире. Мы сейчас это поняли, так как у нас разные интерпретации. Я, моя жизнь, мои цели. Вернее, по-другому скажу. Ты, твоя жизнь и твои цели. Твоя внутренняя опора. Твои ценности как фундамент внутренней опоры. Твое саморазвитие как основа твоей жизни и результаты твоего саморазвития. Итак, первое, мы живем в разные. Мы люди. Мы абсолютно по-разному смотрим на этот мир. Мы воспринимаем мир по-разному, мы слышим друг друга по-разному. Единственный способ услышать друг друга – это говорить. Текст, который ты будешь читать, по-разному. Иногда удивительная вещь. Ты смотришь на СМС, читаешь ее и думаешь, ничего себе, класс. А на самом деле там человек думает по-другому. Или наоборот, ты переживаешь, ты расстроен от того, что в тексте одна эмоция. Почему? Потому что здесь контекст восприятия того человека. Помнишь предыдущий момент? Так вот, ты интерпретируешь любое сообщение, любой текст, исходя из того, в каком формате ты воспринимаешь его в жизни. Ты слышишь слова по-разному. Даже если человек будет говорить тебе что-то одно, два разных человека, говорящих одно, будут говорить тебе другое, и ты будешь воспринимать их по-разному. Мы действительно все разные, потому что нет такого второго человека, который бы воспитывался в тех условиях, жил бы с той семьей, воспринимал ценности этой семьи, получил определенное образование, воспринимал и был успешным в тех или иных предметах. Мы разные. Есть женщины и мужчины. Женщины и мужчины – это с разных планет. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Зачастую наши отношения вступают в конфликт, но лишь только по одной простой причине, что мы не можем услышать и понять друг друга. У нас разные обязанности, и обязанности тоже воспринимаем мы по-разному. Вот интересно, обязанности я ощущаю как нечто возложенное на меня, но если я бы говорил о слове «ответственность», это то, что хочу взять на себя я. Видите, какая интересная вещь? Мой мозг и твой мозг мыслят по-разному. Я не могу достать все, что есть у меня, и переложить в твой. Точно так же, как и ты не можешь поделиться с кем-то другим. Нам приходится трансформировать свои мысли, как говорится, есть кодировать. Кодировать свои мысли в речь, говорить. Другой человек слышит, раскодирует и понимает. Так вот, зачастую мы думаем, что общение наше заканчивается тогда, когда я все сказал. Нет. К сожалению, общение, или наоборот, к счастью, заканчивается только тогда, когда я точно понял, что другой человек понял то, что я хотел сказать. Вот именно окончание общения является пониманием другим человеком то, что я хотел до него донести. Способ саморазвития единственный через коммуникацию, через взаимодействие. И развиваясь, мы познаем и создаем друг друга. Казалось бы, что это значит? Да, давайте представим просто простую вещь. Люди, общаясь друг с другом, каждый раз узнают что-то новое, каждый раз открывается какая-то грань человека. И мы тем самым, по сути, достраиваем картинку человека в своем сознании. Вот какой-то еще интересный элемент о нем, вот еще что-то. Все это позволяет нам делать определенный выбор. И вот что важное. Мы подходим к важному моменту. Я хочу, чтобы ты написал себе слово «выбор» на своем листе блокнота, потому что у тебя сейчас представится возможность проанализировать, какой выбор чаще всего в жизни делаешь ты. Я думаю, что у человека имеется только два варианта выбора. Возможно, ты бы мог предложить делать, не делать, там, обещать, не обещать. Возможно, ты прав. Но я говорю о другом выборе. Так как мы живем в континууме времени, прошлое, настоящее и будущее, то я вижу, что у человека имеется два выбора. Первый – сделать выбор в пользу своего прошлого. А второй выбор – сделать выбор в пользу своего будущего. Что значит сделать выбор в пользу своего прошлого? Давайте посмотрим. Выбор – это всегда последствия. Казалось бы, такой простой психологический инструмент, как выбор – сделать то или это, поступить так или иначе, принять это решение или то, на самом деле внутри себя несет очень-очень много сопоставляющих. Итак, выбор – это последствия. Как я уже сказал, мы живем в настоящем. Но чтобы это настоящее было безопасным, нам нужен опыт нашего прошлого. Да, это классно, но если я всегда буду делать все то, что я делал в прошлом,
в текущем, настоящем, то, скорее всего, эта конструкция прошлое, настоящее, настоящее, прошлое, прошлое, настоящее приведут меня к такому же будущему. То есть мое будущее в рамках настоящего, которое я полностью копирую из прошлого, будет таким же. То есть я, по большому счету, могу предположить, каким будет твое будущее, если живешь в этой парадигме. Но я тебе сегодня предлагаю подумать о том, что было бы, если бы ты смог сделать выбор в пользу своего будущего. Схема та же самая, но в какой-то момент ты меняешь свое отношение к реальности, ты отказываешься от своих стереотипов или заменяешь их другими, и у тебя появляется возможность создать новое будущее. Так вот, именно это новое будущее и будет определять то, каким ты есть. То, где ты сейчас, определило твое прошлое. А то, где ты окажешься через некоторое время, определит твое настоящее в отношении твоих стереотипов. Или ты по-прежнему будешь делать все, что ты делал, и оставишь все как есть, или ты попробуешь делать что-то иначе, что-то по-другому, возможно, с другим отношением, для того, чтобы получить себе новое будущее. Именно выбор будет определять твое развитие. Но выбор – это не слова. Выбор – это даже не обещание, написанное на бумаге. Выбор – это сдержанное слово. Выбор – это реализованное обещание. Выбор – проявляется в твоих действиях. То, что ты делаешь, то для тебя и важно. А что ты не делаешь, не является для тебя важным. Поэтому ты можешь очень легко посмотреть вокруг на мир вокруг себя, и ты поймешь, если ты что-то делаешь, значит, это для тебя имеет значение. Выбор и важно – два ключевых слова, которые я хочу, чтобы ты вынес с нашего вебинара. Но теперь вопрос. Ты знаешь, что такое выбор в пользу прошлого и выбор в пользу будущего. А какой выбор делаешь ты чаще всего? Напиши на своем листке. У тебя первое было, зачем ты здесь? Второе, какой выбор ты делаешь? Отлично. А теперь мы сделаем небольшое упражнение. Оно тоже важно для тебя, тоже на твоем листке. Итак. Человек, который заинтересован в вашем успехе. Подумай о ком-нибудь, кто действительно заинтересован в том, чтобы у тебя было все хорошо. И не просто все хорошо, а чтобы ты в жизни развивался. Подумай о том, кто бы это мог быть, и напиши его имя. А теперь подумай, а что бы этот человек пожелал мне на моем пути моего развития. Что этот человек желает мне на пути моего развития? Я работаю с тобой так же, как и ты. Две-три причины давай напишем. Первое, что мне пришло в голову, это иметь фокус в развитии. Второе, реализовывать задуманное. И третье, доводить до конца. Выбери из этого пожелания, из этих пожеланий, которые ты думаешь, этот человек тебе бы пожелал, самое важное. Я думаю, вот для себя выбираю иметь фокус. Обвожу красным и буду держать. Смотри, какая важная вещь. У тебя получилось первое. Есть ответ на вопрос, зачем ты здесь? А второе, у тебя есть задача какая-то, важное пожелание. Они, безусловно, очень близки, потому что, выбирая то, что для тебя важно, ты опирался на тот выбор твой, зачем ты здесь. Ну что ж, саморазвитие – это, конечно же, новые знания. И не только знания, это новый опыт, новые ощущения, новые представления. Это все то, что даст тебе другую интерпретацию взамен той, которая у тебя была. Теперь вопрос. Ведь это вебинар для того, чтобы ты работал. Третье. Какие знания ты хочешь приобрести? Напиши отрасль, большой кусок, например, там, не знаю,
программирование, английский, менеджмент, знания в области бизнеса или что-то еще. Напиши вот эту вот отрасль, которую ты хочешь в себе развить. Окей, движемся дальше. Итак, третий пункт. Смотрите, как мы быстро идем. Первое, ты сфокусировался, ты понял, зачем ты здесь. Второе, ты разобрался с самим собой, какой выбор ты чаще всего делаешь. В пользу прошлого или в пользу будущего. Ты подумал о человеке, который думает о тебе. И мало того, ты выбрал важные вещи, которые для тебя из его пожеланий важны. Надо двигаться дальше. Итак, я, моя жизнь и мои цели. Вернее, это ты и твоя жизнь и твои цели. Что я чаще всего вижу, когда общаюсь с людьми? Я общаюсь с людьми постоянно, это доля моей работы. Я просто встречаю людей, я приезжаю в компании, занимаюсь с ними, я встречаюсь на вебинарах или где-то еще. Но я вижу, что люди постоянно заняты. Их мысль постоянно отвлечена от важного. Они расфокусированы, нет четкого фокуса. Большинство людей не могут сформулировать, а зачем, какая у меня цель. Большинство людей, с которыми я общаюсь, приходят ко мне именно за этим, чтобы я помог им эту цель найти. В чем же большая такая проблема? А проблема в том заключается, что мы должны научиться, ты должен научиться идентифицировать свои желания. Вопрос, который я хочу тебе задать, на который я тоже жду, что ты ответишь, это: а я хочу, а что ты хочешь? Напиши, пожалуйста, три своих самых сильных желания. Я тоже буду писать с тобой. Угу. А теперь самое интересное. Когда мы посмотрим на то, что ты написал, я сразу задаю себе вопрос, а почему же у меня этого до сих пор нет? И ответ в предыдущем нашей части. Потому что для меня почему-то в данный момент это не важно. Но классно, что у тебя есть эти желания. Возможно, что в процессе нашего вебинара ты сможешь почувствовать, а действительно ли это твои желания, или ты запишешь новые. И если это твои, то ты сможешь найти подход к тому, чтобы перевести их в раздел «Важность», а это значит начать что-то делать. Три решения, которые я хотел бы, чтобы ты принял в процессе нашего сегодняшнего вебинара про саморазвитие. Стремиться к своим целям. У тебя есть ответ на вопрос, зачем ты здесь? Будем считать, что это твоя цель. Цель в твоем саморазвитии. А это значит, что у тебя к ней должно быть некое стремление. Я тебе еще сейчас попрошу сделать одну важную вещь. Давай попробуем анализировать то, насколько то, что ты делаешь, соответствует твоему внутреннему миру. Чтобы найти этот ключ понимания самого себя, давай выберем инструмент так называемой оценки. Оценка – это когда я сам даю оценку происходящим событиям. Но мне нужна к оценке определенная шкала. Я предлагаю взять эту шкалу от 1 до 100. Очень удобно. Большой-большой разбег. От 1 на 100. Если это ниже 50, то будем считать, что это мало. Если это выше 70, то это много. А если это 100, то это вообще прекрасно. Итак, оцени, пожалуйста, если ты написал, зачем ты здесь, и это, скорее всего, может быть твоя цель, то насколько ты к ней стремишься в жизни, нацени от 1 до 100. Поставь оценку. Тот процент, который ты считаешь соответствует твоему поведению, по отношению к твоей цели. Ну что ж, движемся дальше. Есть ошибки, которые в развитии нам мешают достигать поставленных нашей цели. Первая ошибка, ошибка развития. Подсознание будет сопротивляться тому, что не соответствует твоим убеждениям. Если ты во что-то веришь, и это точно в глубине тебя есть, а ты решил делать иначе, то любые шаги в отношении саморазвития у тебя не получится сделать, потому что твое подсознание будет тебе мешать. Первое, чтобы это нам преодолеть, нам нужно найти внутреннюю мотивацию.
Внутренняя мотивация отвечает на вопрос «Зачем?». И мы с этого и начали с тобой наш сегодняшний вебинар. Ты попробовал ответить на этот вопрос «Зачем?». Поэтому твоя внутренняя мотивация. То же самое, насколько ты стремишься к своей цели, показывает, а насколько сильна твоя мотивация. Я задал вопрос этот просто иначе. Вторая ошибка развития. То, что ты делаешь в отношении своего развития, тебе может не приносить радости и не нравиться от того, что ты изучаешь. Что нам нужно сделать? Нам нужно просто попробовать понять, если то, что я делаю, мне не нравится, пусть это будет брошено. Лучше от этого отказаться. Первый вариант. Второй. Разобраться, почему я это оставил, свою личную цель. Почему я к ней не пришел. Что там не давало мне найти вот эту мотивацию. Что мне там не интересовало. И третий вариант. Разобраться в том, а какая же должна быть моя цель. Подкрутить ее, чтобы она тебе действительно нравилась. Следующая ошибка. Мы очень быстро начинаем и быстро бросаем. Я сам бывал иногда в таком ситуации, о, классно, хочу изучать то-то, или буду изучать английский язык. Сколько раз я начинал изучать английский язык. Вот эта ошибка быстрого всплеска и такого же быстрого охлаждения говорит нам о том, что устойчивого понимания, зачем нам это нужно, у нас нет. Поэтому мы тоже движемся дальше. Но причиной, и это действительно человеческая природа, мы хотим быстро и сразу. Вот если нет результата быстро и сразу, нам сразу очень тяжело вот эту мотивацию свою собственную поддерживать. Следующая ошибка. Внутри что-то тебе мешает. Это некий принцип внутреннего противостояния. Мы хотим делать то, что нам нравится. А если в процессе твоего развития ты сталкиваешься с тем, что тебе не нравится, вот здесь возникает принцип внутреннего противостояния. То есть мы сейчас разберем вот эти ошибки, которые позволят тебе понять, как только ты начинаешь чувствовать что-то, что является этой ошибкой, тебе стоит подумать и поработать с главной целью. То есть то, ради чего ты все это делаешь. Еще одна ошибка – это низкая самоудовлетворенность результатом. Когда ты не чувствуешь побед от того, что ты делаешь, пусть маленьких побед, и когда ты не чувствуешь похвалы, когда ты не чувствуешь, что ты можешь это применить в жизни, мотивация резко падает. В этом случае получается, что когда у нас есть ошибки в нашем образовании, тратя на них время, мы всегда забираем это время из наших отношений. И если мы, занимаясь самообразованием, не можем получить удовлетворенность, забирая время из отношений, у нас есть риск терять отношения. Поэтому прежде чем броситься в очередное развитие, в обучении, надо, чтобы близкие вас поддерживали. И самым главным моментом является здесь то, что обоснование, как это самообразование, поможет тебе улучшить свои отношения со своей семьей. Еще одна ошибка. Мы обвиняем других, что нам не хватает времени. Да, часто так бывает. Самый простой способ, самая легкая позиция – это кого-то обвинить. Это позиция жертвы. Ты снимаешь с себя полную ответственность и перекладываешь на другого человека. Хотя другой человек, может, вообще не понимает о том, что так с ним происходило. Поэтому, если вдруг ты считаешь, что у тебя нет времени для твоего развития, и кто-то в этом виноват, сразу вспоминаешь, что это ошибка, которую ты не проработал. Нам нужно разобраться с тем фундаментом. Почему самообразование сегодня для тебя является важнейшим? Тем более ты пришел сюда 30 сентября, 31 сентября, по сути, накануне Дня знаний. А этим фундаментом будут являться для нас опоры и наши ценности. Понимание наших ценностей позволит нам однозначно заниматься тем, что соответствует нашим внутренним убеждениям. Ведь все в мире взаимосвязано. Есть ты, твои цели, твои желания, твои убеждения, твои ценности. Все это связано, и все это и есть ты. Если ты не разберешься с этими базовыми инструкциями, то просто так наложить сверху, о, сейчас буду развиваться, оно может не работать. Почему? Потому что важно, чтобы все твои части твоей личности были в гармонии для того, чтобы твое саморазвитие быстро двигалось. Есть ли какой-то быстрый способ или какая-то волшебная таблетка, чтобы сразу саморазвитие началось? Есть ли какое-то готовое решение? Дайте книгу этих решений. К сожалению, нет. Но у тебя есть твой собственный путь, которым ты сейчас идешь. И именно тот путь, который ты пройдешь в отношении своего саморазвития, и будет твоим результатом. Внутренняя опора. Что же может дать тебе твою внутреннюю опору? Внутренняя опора человека.
Вот смотрите, это как мост, который стоит, да? Вот внутренняя опора человека – это наш скелет. Ни для кого не секрет, что тело наше держится на наших костях, на нашем скелете. И, по сути, скелет выполняет некие задачи для того, чтобы тело наше выполняло свои функции. Соответственно, ты спросишь меня, при чем здесь самообразование и опора человека? Еще раз вернусь. Опора человека – это понимание себя для того, чтобы не совершать ошибок саморазвития, чтобы не отказаться от тех принятых решений. Нам нужно разобраться с опорами. Так вот, твои опоры, тело выполняет задачи тела. А что же получается выполняет опорами? Что является опорами для тебя, для твоей психики? Для твоей психики является опорами твоя внутренняя безопасность. Ты, наверное, слышал это выражение «крыша поехала у человека». Это значит, что какая-то из опор у него покосилась. И это значит, что эти опоры перестали держать его личность целостной. Опоры, как опоры моста, как я уже говорил, помогают тебе устойчиво стоять на ногах, ставить цели, достигать результатов и понимать, что тебе в жизни важно. Давай рассмотрим. Мы с тобой рассмотрели ошибки, которые мешают тебе в развитии. А теперь попробуем разобраться, а почему же, что происходит с человеком, если у него вдруг отсутствует опора? Первое – это страх неопределенности. Или неопределенность. Когда ты не знаешь, что тебе делать, у тебя возникает тревога. Ты начинаешь переживать, ты начинаешь расходовать энергию, твое настроение резко ухудшается. И в этом случае ты перестаешь слышать себя, твой внутренний голос, твою интуицию, которая подсказывает тебе, куда двигаться дальше. Большинство решений мы принимаем не в процессе раздумывания многих-многих часов. Большинство решений мы принимаем тогда, когда мы чувствуем, что нами ведет некая наша внутренняя интуиция. Когда мы перестаем слышать себя, то жизнь превращается в казино. Мы не можем прогнозировать того, что с нами происходит. Это получается как жизнь на красное или на черное. Но мы не можем в своем саморазвитии поставить на красное или на черное, достигая тех результатов, которых ты не уверен, или то, что тебе действительно не важно или не интересно. Важным моментом отсутствия твоей опоры может являться выгорание. Ты можешь делать какие-то вещи достаточно долго и потерять к ним интерес. Учиться или работать. И здесь самый главный момент, когда ты точно понимаешь, что что-то с тобой не так, надо обратить внимание, что же с твоей внутренней мотивацией. С той самой причины, зачем ты здесь, и начинается твоя внутренняя работа над тем, чтобы победить себя, дать себе мотивацию двигаться вперед, в том числе и побороться с выгоранием. Самой большой проблемой, если человек теряет себя, а если ты потеряешь себя, то это значит и есть потеря себя. Это значит потеря самоидентификации, ты потеряешь цель. То есть, когда человек движется в этой жизни без того, чтобы сформулировать свою некую внутреннюю цель, с пониманием того, куда ему идти, а зачем. То есть, это самый главный вопрос, который ты слышишь. Ты постоянно будешь искать везде указаний. Появятся какие-то советчики, появятся какие-то люди. Вопрос другой, когда они тебе дают свои указания, твою же ли жизнь ты проживаешь, тебе ли это нравится, то ли ты делаешь то, что ты решил. Так что же такое опора на себя? Мы посмотрели, что можно потерять опоры, и как ты будешь себя чувствовать, если ты потерял эти опоры. Но важно в этой жизни в первую очередь опираться на себя. Знаете, так такое как бы... Есть очень множество опор, которые могут тебе помочь. И первая опора – это твои близкие люди, отношения или семья, которые тебя поддерживают. Но чтобы они поддержали тебя, тебе нужно с ними рассказывать и объяснять, зачем ты делаешь то или иное. Одной из твоих важных опор является доброта и благодарность к тем людям, которые помогают тебе развиваться, помогают тебе достигать тех целей, которые ты себе поставил. А это, в первую очередь, ты сам. Примеры других людей вдохновляют и показывают, что можно достигать другие цели. Ведь и вокруг тебя точно есть люди, которые более успешны, которые смогли пройти этот путь быстрее, чем прошел ты. А это значит, что у этих людей есть некий лайфхак или способ пройти путь саморазвития гораздо быстрее, чем если ты будешь это делать самостоятельно. Одной из важных опор являются также и материальные активы. То есть те ресурсы, которыми ты обладаешь. Финансы, возможности, общение, клиенты, друзья, твой бизнес. Я не знаю, все что угодно. Все, что может быть использовано тобой для формирования твоей структуры, системы саморазвития. Еще очень важно, мы должны понимать на некое наше внутреннее развитие, разницу в развитии между мужчиной и женщиной. Мы с вами тоже об этом говорили. Так вот,
Опора на себя – это самоподдержка. Как же можем мы друг друга поддерживать? Ну, в первую очередь, поддерживая себя сам. Да, я вчера летел на самолете, и в первую очередь, в случае выброса кислородной маски ты надеваешь ее на себя, а потом на ребенка. Опора на себя – это способность тебя быть независимым от внешних оценок, влияний и самостоятельно выбирать свое поведение, отвечать за него и развиваться. На мой взгляд, это важнейшие элементы, которые действительно могут помочь тебе сделать так, чтобы ты действительно достигал своих целей в саморазвитии. Что наиболее важно – опираться на себя. Это значит быть независимым от личных оценок. То есть представь, ты делаешь что-то только в том случае, когда ты получаешь одобрение, или наоборот, не делаешь, потом получаешь какую-то негативную оценку, начинаешь делать. Нет, это значит извне, влияние тебя извне. Твоя цель – научиться иметь внутреннюю мотивацию. А чтобы была внутренняя мотивация, ты должен понимать и познавать себя. Знать свои сильные стороны, свои слабые стороны. Мы сегодня поговорим еще об этом. Знать то, что поможет тебе быстро достигать результатов. Развитие – это, по большому счету, твоя основная опора. Всю жизнь можно развиваться и видеть в этом смысл жизни, опираясь на это, двигаясь по своей жизни. Выбирая те направления, которые важны исключительно тебе. Потому что у тебя есть только те ответы на все свои вопросы. Моя задача, как и задача любых других тренеров, которых ты увидишь, консультантов или коучей, помочь тебе нащупать твои внутренние направления. А что это важно? Это найти уверенность в себе, осмыслить свои собственные действия, осознанно действовать, управлять направлением своих мыслей и вызываемых ими эмоций, формировать свое мировоззрение, создать свою систему ценностей и принципов и также попытаться избавиться от своих комплексов. Ну что же, мы продолжаем двигаться дальше, поэтому когда ты увидишь картину своей личности, это и будет началом построению твоей внутренней опоры. Мы закончили еще одну часть, и я хочу спросить тебя, как у тебя настроение, и хвалить себя действительно полезно. Если настроение отлично, ставим единичку. Если отстранение не очень, ставим двоечку. Давайте подвижемся в чате. Немного вам попить водички. Вижу единички, отлично. Угу. Супер, супер, супер. О, Марина, что случилось? Двоечка у нас. Ну, давай так, постараемся подвигаться вперед. Надеюсь, тебя следующие наши части постараются вдохновить. Но это не я вдохновляю тебя. Это ты вдохновляешься сама собой. Ну что ж, продолжаем. Следующая моя задача – разобраться с твоими ценностями как фундаментом твоей опоры. Еще раз, тебе может казаться, когда же мы перейдем к разговору о развитии? Когда же я буду знать об обучении, о развитии? Или там о том, чему мне учиться всему свое время? Сейчас твоя важная задача – разобраться со своими ценностями, как с фундаментом твоим. То есть то, на чем ты будешь строить свою опору. Итак, если мы посмотрим на человека – и представим его в виде айсберга, то единственное, что мы сможем с тобой увидеть, это твое поведение. Наблюдать за тобой. Я постараюсь в ходе этого наблюдения попытаться подумать, что для тебя важно, потому что я смогу видеть твои поступки. Слушая тебя, я могу понять, какой твой образ мышления. Но то, что ты говоришь в совокупности с тем, что ты делаешь, демонстрирует твои внутренние убеждения и внутренние твои ценности. И в глубине всего являются ценности. Поэтому твое поведение – это не причина, это следствие. Следствие понимания тобой твоих ценностей. Давай попробуем разобраться с твоими ценностями. Тебе потребуется вновь лист бумаги или лист блокнота. Напиши сверху «ценности». Вот так, как у меня. И мы сейчас создадим некоторый блок из твоих ценностей. У нас будет задача, я буду говорить, как их работать, а ты будешь работать, и я буду работать вместе с тобой. Итак, что я считаю своими главными ценностями в жизни? Давай, поедем. Прямо в первом уголочке пишем 1, 2 и 3. Перечисли 3 главных ценности своей жизни. Угу. Я написал.
Теперь следующий список из трех вещей. А что ты любишь больше всего делать? Раз, два, три. Я пишу рядом с тобой, вместе мы с тобой занимаемся одним и тем же, чтобы мне было понятно, сколько времени ты на это тратишь. Итак, что ты любишь больше всего делать? Смотри, у тебя уже 6 твоих ценностей. А мы пойдем дальше и посмотрим, что дальше. О чем ты мечтал, когда ты чувствовал себя в пике своих состояний? Вот знаешь, есть такое понятие, когда человек на коне, то есть он успешен, у него все получается. Вот он в этот момент является человеком, которому море по колено, он может совершить все. Я уверен, что у тебя были такие состояния. Вспомни, пожалуйста, если ты переживал такое состояние, что ты чувствовал тогда? Какие вещи, какие эмоции ты тогда переживал? Давай тоже запишем. Раз, два, три. Я недавно ощутил это состояние. Я ехал по дороге Москва-Воронеж. И такой момент я словил, что как же классно все сейчас идет. Вот что-то такое. Вот об этом я хочу тебе сказать. Вот этот момент, когда ты думаешь, о, как же все классно. Угу. Супер. Следующее. Вспомни, пожалуйста, что ты любил больше всего делать, когда ты был ребенком. Я написал, я любил фотографировать, гулять и читать. Теперь следующее. А что ты любишь повторять в своей жизни? Какие действия ты часто повторяешь? Ну, имеется в виду, я раз в субботу хожу в баню. Или там, я регулярно делаю то-то, то-то. Я по утрам делаю зарядку. Давай тоже запишем. Раз, два, три вещи, которые ты регулярно повторяешь. Я, например, люблю наводить порядок. Окей, отлично, закончили. Следующее. Теперь будет интересная игра. Она, знаешь, такая из области волшебства. Это, собственно говоря, и есть волшебная коробка. Твоя задача – записать три важных вещи. Какие? Первое. Представь, что ты можешь достать из этой коробки любые предметы. Материальные, нематериальные. Там, я не знаю, например, там, здоровье для всех, там, ну, вот как вариант, да. Это вещи, которые абсолютно могут не иметь никакой ценности, то есть они могут стоить сколько угодно, то есть цена не имеет значения. Главное, что для тебя важно. Так вот, первое, что бы ты достал из этой волшебной коробки для своих друзей и для какого-то конкретного друга? Второе, что бы ты достал из этой коробки для своей семьи? И третье, что бы ты достал там, что бы ты достал там для самого себя? Что ты хочешь оттуда вытащить для себя. Прекрасно. Смотрите, какой у нас уже большой список. Интересное другое задание. Три предмета. Тебе нужно взять три предмета. Снова раз, два и три. Что бы ты взял на необитаемый остров, если ты знал, что не надо думать о пище,
не надо думать о безопасности, не нужно думать об одежде. То есть все вопросы твоей жизни уже решены, не нужно ни о чем думать. То есть не нужно продукты, не нужно, там, не знаю, все что угодно. Но ты там один. И напиши три вещи, субстанции, не знаю, что бы ты взял туда с собой. Никаких ограничений. Окей, интересно, да? Теперь другой вопрос. Представь, что все, что есть в твоей жизни, вдруг исчезло. То есть вообще ничего нет. Все уехало в какой-то склад, на какой-то склад поместилось. Все ушло непонятно куда там вообще, сложилось в какой-то отдельной коробке. Вот ты один в пространстве. Ничего нет, да? То есть ни твоих родных, ни близких, ни квартиры, ни машины, ни дачи, ни собаки, ни кошки, ничего. Вот ты просто один. Какие бы ты три предмета, или три вещи, или три человека, там, не знаю, что бы ты взял из этого склада к себе, чтобы твоя жизнь вновь наполнилась смыслом? Интересно размышлять, конечно, над этими упражнениями каждый раз. Каждый раз, когда я веду вебинар или делаю эти упражнения сам, я понимаю, насколько же ты разный в разное время. И сегодня ты думаешь об одном, а может быть тебе появится там или покажется что-то другое. Окей, может быть, тебе в этот момент захотелось подумать и записать о себе какой-то вывод. Может быть, какой-то инсайт ты испытал. Может быть, что-то, что важное, которое ты бы хотел поделиться с нами. Кто-то хочет, может быть, написать даже в нашем чате какую-то идею, которая пришла к нему в голову, и сейчас он чувствует, что практически час, который мы провели вместе, он точно был для него не зря. Мы будем очень рады увидеть какое-то сообщение в нашем чате. Или просто, что все окей, все супер, продолжаем. Давайте оживим немножко наш чат. Мы сейчас писали, думали. Все, что вам придет в голову. Окей. Как настроение? Движемся дальше. Какие-то свои собственные внутренние переживания, инсайты. Угу. Все отлично, продолжаем, Михаил. Спасибо. Да, отлично. Настроение. Семья очень важна. О, прекрасно. Отлично, Оксана, единичка, все хорошо, да, вижу. Угу, прекрасно. А мне, знаете, какой пришел вот инсайт, я сейчас поделюсь с вами, что несмотря на то, что ты вроде находишься в каком-то таком постоянном движении, в саморазвитии, потому что ты все время что-то читаешь, смотришь, я понимаю, что базовые вещи, которые дают мне наполнение жизнью, в общем-то, никак не связаны с большим количеством внутренней информации. Все равно остается что-то самое-самое важное в соответствии с тем, что для меня вот именно вот этот список листочек, который я сейчас исписал, они важны. И именно вот от того, что в этом листочке написано про мои ценности, и есть, наверное, то, что важно. И в бесконечном выборе хочется в первую очередь видеть что-то простое, родное. Абсолютно согласен, Максим. Спасибо тебе большое. Окей, движемся дальше. У нас появился список твоих ценностей. И этот список позволит тебе посмотреть на них, подумать о том, что же для тебя является важным. И вот как только ты думаешь, что вдруг твоя мотивация начала снижаться, ты берешь этот листочек и начинаешь читать. Ага, вот, а вот же для меня важно. Уверен, что ты здесь найдешь повторение. И как только ты увидел, что это важно, ты начинаешь это в своей жизни поднимать это важность, значимость. То есть обращать внимание к этим людям, делать какие-то поступки, делать так, чтобы эта значимость этого события в твоей жизни поднималась. Помнишь, важно и выбор. Ты будешь выбирать это, чтобы твои ценности делать. Итак, система,
То есть ты написал свои ценности. Система своих ценностей позволяет тебе видеть мир. Но это всего лишь часть мира, потому что у меня другие ценности. И будучи рядом с тобой, я тебе открываю еще кусочек мира своего. Ты мне своего, а я тебе своего. У нас получается как бы пошире получается мир. Таким образом, что мы разные. Я уже говорил об этом. Видя мир по-своему, мы друг другу показываем частицу своего мира. И только когда мы понимаем друг друга ровно настолько, насколько совпадают наши системы ценностей. А ценности – это то, что не видно снаружи. Ценности – это то, что проявляется у тебя внутри. Это не слова, это твои поступки. Соответственно, все, что ты делаешь, это значит, ты делаешь в соответствии с своими ценностями. А что ты не делаешь, даже если ты говоришь об этом, твоими ценностями не является. Итак, мы продолжаем. Мы, по сути, подходим к понятию саморазвития как основа твоей опоры. Ну что ж, саморазвитие. Что такое процесс саморазвития? Весь этот час, надеюсь, мы с вами поговорим об этом с тобой. Процесс оценки и развития на протяжении всей своей жизни навыков, качеств и целей, чтобы максимально реализовать свой потенциал. Соответственно, берем чистый лист, новый, и записываем. Мой потенциал. И снова к тебе вопрос по оценке. Насколько от 1 до 100% ты используешь свой потенциал? Удивительно, когда ты честно отвечаешь себе на вопрос, ты видишь такие цифры, которые тебя просто удивляют. И теперь следующий вопрос. А что мешает развитию твоего потенциала? Напиши три причины. Итак, у нас появилось три причины. И если мы с тобой возьмем и посмотрим, то это и будут наши главные цели, на которые будет направлено изменение. То есть твоя задача поменять вот эти три причины, убрать, для того, чтобы ты мог продолжать свое саморазвитие. Саморазвитие – это твоя капитализация. Как понять, что такое капитализация? Да? Капитализация – это некая оценка стоимости тебя внешним миром. Разделим нашу группу на несколько людей. Если ты предприниматель, то твоя капитализация – это сумма твоих активов, твоего бизнеса и прибыль, которую ты зарабатываешь в течение года. Это есть столько, сколько ты стоишь. Капитализация человека, который работает по найму или работает в организации – это уровень его заработной платы текущий и потенциальный спрос на него на рынке, если он на этот рынок выйдет. Таким образом получается, что если ты точно знаешь, сколько ты стоишь сейчас, но ты точно понимаешь, что завтра ты выйдешь на рынок, и тебе предложат другую заработную плату больше, то это и есть твоя потенциальная капитализация. Зачем тебе развитие? Развитие в повышении стоимости своей капитализации. Как в области твоего дохода, твоего бизнеса, так и в области заработной платы, если ты работник по найму. Давай немного поговорим о том, а как строится вообще саморазвитие. Мне очень важно, хотел бы привести тебе такое выражение Дэниела Пинка. Секрет мотивации саморазвития в стремлении управлять человеком своей жизнью, в которой есть цель и смысл. Удивительная вещь, да? Получается, что твое саморазвитие будет лишь тогда тебя мотивировать, когда в твоей жизни есть цель и смысл. Цель – это нечто большее, что ты ответил на вопрос, когда я просил тебя написать «Зачем?». Зачем ты здесь? Цель твоей жизни – это то, ради чего ты живешь. Вполне возможно, я допускаю, что у тебя ее нет. И ты просто ходишь на работу, честно выполняешь свою
возложены тебе обязанности. Это тоже жизнь, и это тоже цель. А смысл? В чем отличие цели и смысла? Цель – это некая сформулированная задача, которую можно таким образом написать, что к ней можно составить план. И таким образом ты, сделав, составив этот план жизни, ты можешь прийти и достигнуть свою цель. Но смысл твоей жизни – это привнести в нашу жизнь, большую жизнь, где есть не только ты, но и я, и другие люди, нечто большее, нечто исключительно связанное с тобой, твоей жизнью, результатами твоего труда, твоим взглядом на мир, твоим воспитанием детей, твоим, я не знаю, наследием, то есть некий смысл. Подумай об этом. Возможно, тебе будет о чем, как говорится, поразмышлять на досуге. Вновь говорю о том, о ценностях, убеждениях, представляя человека в виде айсберга. Напоминаю тебе, что все, что ты видишь в отношении других людей и себя, это твое поведение. Поведение твое основано на том, какие у тебя ценности и какие у тебя убеждения. Но именно ценности и убеждения формируют твои модели поведения. То есть ты либо учишься, либо не учишься, ты либо вкладываешь в себя, либо не вкладываешь, либо занимаешься саморазвитием, либо нет, потому что ты действуешь привычным образом. Теперь мы подходим к тому, что неплохо было поговорить, что мое развитие может двигаться через мое обучение. Но чему учиться? Зачем учиться? Мы возвращаемся к вопросу, цель жизни, она предопределяет и может быть разложена на план. Соответственно, в плане могут быть такие вещи, что чтобы достигнуть твою цель, тебе нужно чему-то научиться. А понять это сможешь лишь только ты сам. Вообще, взрослые люди учатся иначе. Если мы говорим о том, что детям, им достаточно слова «надо», то это получается одинарная петля обучения. То есть у тебя есть действие, результат, сравнение. То есть ты отправил ребенка в школу, он получил результат, двойку или пятерку, сравнишь с нужной там с тройкой, четверкой и говоришь, да, окей. И вот так происходит обучение людей. Но когда мы говорим о обучении взрослых, у нас появляется вторая петля. Человеку взрослому нужен смысл, цель и ценности для того, чтобы чему-то начать учиться. И именно когда ты понимаешь теперь свои ценности, ты можешь сформулировать свою цель, ты можешь обозначить себе задачу, а зачем тебе учиться? Если у твоего саморазвития нет цели, к сожалению, это похоже на тот слайд, когда я говорю, мы быстро что-то начинаем и быстро бросаем. Если ты не понимаешь, зачем, то очень сложно удержаться на долгой дистанции, на высокой мотивации к тому, чтобы заниматься саморазвитием. Саморазвитие имеет в себе структуру определенную. И эта структура изложена на этом слайде. Прежде чем я начну что-то делать или чему-то обучаться, мне необходимо осознать, что мне нужно учиться. Второе, когда я осознал, я непосредственно уже делаю процесс. Я обучаюсь чему-то. Когда я чему-то обучился, то во мне происходит некая внутренняя трансформация. Мои прежние модели поведения заменяются на новые, на основании полученного обучения, которое я реализовал. Удивительно, да? Но осознанный человек, это человек, который понимает, зачем он учится, что он делает и для чего, это самообучающаяся система. Система, которая сама двигается. То есть изначально получается, что если ты четко знаешь свою цель, идеи о том, чему учиться, будут приходить тебе на постоянной основе, и ты будешь точно знать, что тебе нужно делать. Давай рассмотрим простую базовую философию человека, который не является осознанным, которому в целом учиться как таковым дополнительным результатом не нужно. То есть мы будем думать о том, что по большому счету для него и так все хорошо. Не надо ставить цели, не надо думать о смысле. В целом как бы окей. Итак, философия его достаточно понятна и проста. Я отучился в школе, я отучусь в институте или где-то еще, например, в техникуме, или вообще я не буду учиться, пойду в армию, например, там, да? Я пойду на работу и буду работать там до пенсии. Таким образом, получается, что эта схема, она раньше работала.
Но проблема заключается в том, что схема-то была больше не работает. Все поменялось, мир изменился. Сегодня невозможно не обучаться. А чтобы доказать тебе, я привел маленький фрагмент одного интересного видео, которое ты скоро посмотришь. Мало того, сейчас происходит технологическая революция. Я уже не говорю о том, что чат GPT и искусственный интеллект настолько далеко заходит в нашу жизнь, что мы через какое-то время перестанем думать, вебинар этот веду я или мой дипфейк и искусственный интеллект. Давай посмотрим это видео, я уверен, что тебе понравится. Итак, стабильности больше нет, но важно, чтобы будущее, оно для нас открывает все необходимые возможности, любые перспективы, потому что тебе сейчас нужны навыки и способности, необходимые для адаптации, то есть для приспособления тебя к текущим изменениям. Развитие для тебя становится компасом, то есть оно определяет твой уровень развития, твой уровень, твое направление движения. Ты меня спросишь, а зачем тебе компас? В первую очередь, чтобы не сбиться с пути. Второе, он дает тебе чувство надежности своего внутреннего я. Третье, ты будешь един с тем миром, основанным на любви к себе. И снова ты видишь веру в свои ценности, в те важные моменты, которые ты для себя уже написал. Человек, который опирается на свои ценности, точно знает, чего он хочет от этой жизни. Это важный момент, важнейший элемент твоего развития. Соответственно, а каким критериям нужно
развиваться? Что такое критерий вообще внутреннего саморазвития? Давай посмотрим. Живет по своим правилам, значит, что хочет. Берем снова лист бумаги и пытаемся найти те зоны развития, которые тебе необходимы. Первое. Живет по своим правилам, значит, что хочет. Насколько от 1 до 100% ты живешь по своим правилам и знаешь, что хочешь? Второе. Уважает свое мнение и индивидуальность. Насколько от 1 до 100% ты уважаешь свое мнение и индивидуальность? Третье. Ты берешь ответственность за свои поступки. Соответственно, насколько... Давай так. В скольких случаях в своей жизни от 0 до 100% ты берешь ответственность за свои поступки? Четвертое. Ты способен быстро приобретать новые навыки. Способность быстро приобретать новые навыки. То есть... понимать, что тебе необходимо, находить информацию, обучаться и встраивать в себя что-то новое. Находишь выход из трудных ситуаций. Насколько от 0 до 100% в жизни ты быстро находишь выход из трудных ситуаций? Быстро и качественно, я бы даже так сказал. И пятое, шестое. У тебя есть независимость от чужого мнения, от 0 до 100%. Посмотри сейчас на эти черты развивающего человека. Посмотри сейчас на свои оценки, которые ты поставил. Обведи кружочком наиболее важные и знаковые моменты из этих шести, которые тебе точно в ближайшее время ты бы хотел прокачать. Я выбрал три. Напротив каждого напиши, пожалуйста, одно действие, что поможет тебе начать двигаться в этом направлении. То есть ты читаешь пункт номер, смотришь свою оценку. Если ты выбрал ее главной, ты точно понимаешь, что тебе нужно сделать в этом пункте, чтобы поднять свою оценку от того, где ты есть, ближе к 100. Отлично. Вот тебе получается минимальный план твоего развития, который появляется для того, чтобы ты действительно стал тем самым развивающимся человеком. Смотри, как интересно. Мы с тобой вообще ничего не говорили о том, что надо чему-то учиться. Мы с тобой пытаемся изнутри понять тебя, насколько ты вообще, тебе необходимо развитие. Если необходимо, то какое? На чем оно должно строиться? Как твои ценности могут в этом помочь тебе? Какие черты ты должен в себе прокачать, чтобы мог быть развивающимся человеком. Ну что, переходим дальше. Я бы хотел тебя познакомить с теорией, которая называется Lifelong Learning. Это значит обучение длиной в жизнь. Я являюсь тем самым примером в отношении себя лично и своих окружающих, что я постоянно чему-то учусь. И это обучение дает мне новые знания, новые идеи, мотивацию к тому, чтобы двигаться куда-то вперед, развиваться до такой степени, чтобы находить в себе все новые и новые интересные области развития. Итак, что же такое lifelong learning? Обучение длиной в жизнь – это вечный процесс твоего созидания. Это значит, что ты никогда не останешься таким, какой ты есть. Ты всегда будешь меняться, потому что, развивая в себе те или иные черты, ты никогда не знаешь, куда они тебя могут привести, к чему твое может получиться предназначение и как ты можешь действовать. Соответственно, у тебя есть некий твой базовый уровень, тебе что-то дано в этой жизни. Но когда ты сталкиваешься с тем, что какие
сильные стороны у тебя есть, тебе нужно черпать оттуда энергию. Давай решим с этим вопросом, что же такое твои сильные стороны. Тебе вновь потребуется твой блокнот или лист. И сейчас мы снова познакомимся с самим собой. Ты знаешь, знакомство с самим собой. Сильные стороны твоей личности или характера. Раз, два, три. Запиши три самые сильные стороны своей личности. Я с удовольствием поделюсь с тобой то, что записал я. Я написал следующее. Мои самые сильные стороны личности – это доброта, энтузиазм и любопытство. Я думаю, что именно это позволяет мне быть тем, кто я есть. Есть интересное новое упражнение. Давай сейчас его сделаем. Итак, возьми лист бумаги и нарисуй на нем некую черту, линию. Вот, например, там посередине со стрелочкой, с точкой в начале, стрелочкой до конца. Окей, что это за линия? Это линия последних 10 лет твоей жизни. Сейчас у нас здесь 2023, а здесь от нее 2013 год. Раздели этот кусочек линии на 10 частей, 10 полосочек получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А теперь на этой линии отложи то, в каком году и чему ты учился. Давай делать это вместе. Вспоминаем. 2013 год. Учился ты чему-то или нет? Трудно вспомнить, да, я понимаю. 2014-й. 2015, о, как далеко, да, как глубоко. Стоит об этом подумать, например, посмотреть свое резюме, посмотреть свои дипломы, а чему ты учился? И учился ли ты вообще чему-то за последние 10 лет? Или наоборот, может быть, ты только закончил вуз? 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 2021. Вот тут уже пошли воспоминания. 2022. И 2023. Учишься ты сейчас. Смотри, какой классный момент. Такой простой скрининг. А чему ты учился последнее время? Возможно, тебе это даст какие-то мысли. То есть посмотреть, устарели ли какие-то знания, нужны ли они какие-то тебе сейчас, и чему ты вообще учился. Как мы уже сказали, мир непрестанно меняется. И в мире происходит огромное количество изменений. Изменений, связанных с тем, что происходит необратимая трансформация человеческого труда. И по большому счету, для твое развитие является твоей защитой от внешней среды. Вот мы, смотри, с тобой сделали такое интересное упражнение, да, про твое образование. 10 лет. Точно такое же упражнение ты можешь сделать и сам, когда проанализируешь свой жизненный опыт. Ты возьмешь и подумаешь, а какие решения в отношении своего развития ты принимал? Может быть, это была твоя карьера, может быть, это был переход на другую работу, или наоборот, поступление в институт, или переезд в другой город, или что-то еще. Посмотри и подумай, что являлась причиной и какие ты получил результаты. Потому что сейчас, даже сейчас, прямо в момент нашего вебинара, возможно, ты стоишь перед каким-то серьезным выбором о том, какая причина тобой движет и какой результат ты хочешь получить. У меня в этом связи вопрос. Когда ты на все это посмотришь, чему ты сможешь научиться, посмотрев на свой опыт? Я передам организаторам эту презентацию, у тебя будет всегда возможность найти тот самый момент, который для тебя будет важен, чтобы ты мог остановиться и подумать на эту тему. Ну что ж, вот еще одно упражнение. Давай с тобой прямо сейчас сделаем это упражнение. Берем чистый лист бумаги
И делаем следующий такой рисуем круг и делим его внутри на 10 частей. Я тебе сейчас объясню, зачем это будет делать. Это всегда очень интересное упражнение. Когда ты разделил круг на 10 частей, у тебя получается 10 секторов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Итак, сейчас мы сделаем маленькую самооценку. Это вновь к тому, где ты находишься сейчас, который ты сможешь потом использовать для того своего развития. Я задам тебе 10 вопросов, а ты поставишь внутри, на линии, исходящей из центра «я» до края, это у нас будет вся линия 100%, а ты поставишь там, где ты находишься, на какой линии ты находишься, от 0 до 100. Итак, насколько у тебя развиты коммуникационные навыки? Ставим от 1 до 100%. Первый сектор. Второй сектор. Насколько ты технически умеешь владеть компьютером и другими техническими навыками? От 1 до 100%. Следующий сектор. Насколько ты хорошо взаимодействуешь с другими людьми? Умеешь взаимодействовать, тебе не стыдно взаимодействовать. Ты можешь устанавливать отношения с другими людьми. Насколько ты подстраиваешься к ситуации, которая сейчас есть вообще в мире? Насколько в тебе развиты навыки исследования? То есть, когда тебе нужно что-то узнать, ты знаешь, где искать эту информацию, как ее искать и что нужно сделать, чтобы эту информацию можно приложить к себе. Следующее. Умеешь ли ты управлять проектами? Это значит, когда ты принял решение что-то делать, ты знаешь точно, как туда дойти. То есть проектом может быть изучение английского языка, не знаю, в конце концов, там, создание какого-то маленького бизнеса или наоборот, выполнение какой-то задачи по работе. Следующее. Насколько ты знаешь, как оптимизировать тебе твою жизнь, насколько ты эффективен, насколько ты знаешь там уроки там тайм-менеджмента, приоритизации. Давай поставим эти циферки везде. Угу. Класс. Следующее. Насколько у тебя сильная мотивация вообще что-то делать, трудиться, достигать результатов? Следующее. Насколько ты знаешь и чувствуешь эмоции других людей, чтобы управлять своими эмоциями? Таким образом, смотри, какая интересная получилась фигура. У меня получилась вот такая. У тебя, возможно, другая. Где самые низкие западаемые грани и есть зоны твоего развития. Ты знаешь сильные стороны своего характера, а теперь ты получил зоны своего развития. То есть мы с тобой с разных сторон подходим к понятию развития, саморазвития, для того, чтобы двигаться куда-то вперед. Ну что ж, теперь настало время поговорить действительно о саморазвитии. Какие же преимущества дает тебе постоянное развитие длиной в жизнь, рост мотивации? У тебя всегда есть энергия что-то делать. Твое развитие, твое обучение, оно ориентируется исключительно на тебя, на твои личные цели, на твои личные ценности, на твои интересы. Это дает тебе возможность становиться другим, совершенствовать себя в каких-то определенных отраслях. Не во всех, невозможно сразу изменить свою личность, да и не нужно. Ведь ты уникален тем, какой ты есть, но ты можешь прокачивать в себе какие-то личности. Вот это и есть элемент самосовершенствования. Для того, чтобы демонстрировать миру свои знания и навыки, тебе нужна уверенность. Уверенность, она двухсторонняя вещь. С одной стороны, ты уверен, потому что ты знаешь, а с другой стороны, ты уверен, потому что ты можешь это использовать. То есть ты можешь демонстрировать миру, но тебе обязательно нужны для этого знания. Получается, что во всем элементе самосовершенствования и саморазвития нам нужно достижение некой высшей точки в том, что мы делаем. Не важно, что ты делаешь, не важно, в чем ты хочешь развиваться, тебе нужно достигнуть определенного профессионализма. Профессионализма в том, что ты делаешь, и в том, что ты хочешь научиться. Причем профессионализм тоже может быть разный.
он может быть и 100%, и 80%, и 90%. Ты можешь сейчас оценить себя, насколько ты профессионален в той деятельности, которую ты делаешь сейчас, в той профессии, в которой ты делаешь сейчас, ту работу, которую ты делаешь сейчас. И по большому счету мы с тобой подошли к тому, что нам необходимо сформировать план развития. План твоего саморазвития. А где же мы возьмем информацию об этом? А информация у тебя уже давно есть. Первое. Зоны твоего развития. Второе. Твои университеты. Третье. Твои сильные стороны. Четвертое. Твои цели. Пятое. Твой потенциал. Шестое. Твои ценности. Седьмое. Твои цели. Если ты возьмешь и проработаешь все эти моменты непосредственно после того, как мы закончим свой вебинар, ты точно сможешь составить план своего развития. Ну что ж, как настроение? Мы подходим практически к завершению. Один, настроение прекрасно, хочем двигаться дальше. Два, что-то не то, что-то не так. Как я и говорил, тренинг неинтересный, тренер тоже неинтересный. Угу. Прекрасно. Есть возможность попить водички, передохну. Самое главное, то, что ты делаешь сейчас, отвечая себе на вопросы, это ты делаешь исключительно для себя. Поехали, финалем. Мы с тобой прошли практически всю дорожную карту, которую я хотел тебе рассказать. Первое, ты точно знаешь, что мы абсолютно разные и живем в изменчивом мире. Мир меняется гораздо быстрее, чем ты приспосабливаешься к нему. Твоя задача в отношении саморазвития – находить в себе силы и мотивацию, а для этого тебе нужна твоя жизнь и твоя цель, чтобы адаптироваться к изменчивому миру. Так как мир меняется, тебе необходима опора, которая позволит тебе уверенно стоять на ногах в переносном и в прямом смысле. А для этого нужно понимать, какие опоры у тебя есть, чтобы опираться на них и смотреть, как они у тебя сейчас есть. Следующее. Саморазвитие как твоя основная опора. Ценности как фундамент твоей опоры, на которой стоит саморазвитие. И в результате мы подходим к пониманию тому, куда же ты стремишься в своем развитии. Ну что ж. Мы подошли к финалу нашего вебинара. Финал заключается в следующем. Я тебе постарался рассказать базовый подход к тому, что такое саморазвитие, к тому, что для тебя является важным, априорной цели, которой является ты сам, твоя цель и твои ценности. Когда ты осознаешь свою цель, когда ты поймешь свои ценности, тебе станет понятно, куда тебе развиваться. И для этого тебе не нужны будут советы никаких других людей. Ты точно будешь знать, что тебе делать. Соответственно, следующий вопрос, который я хотел, чтобы ты записал. От каких ограничений тебе необходимо избавиться? Итак, на следующем листе мы пишем ограничения. Что тебе мешает? Поехали. 1, 2, 3. Следующий вопрос. Как я могу понять, какие знания и навыки понадобятся мне в будущем? Пишем на листочке «Мое будущее». И там смотрим на наш первый лист, который у тебя есть, где у тебя была записана цель. И переносим ее сюда. Моя цель в жизни или в профессии – это тире. И здесь ты пишешь. Например, я тебе говорю, стать самым лучшим и интересным ведущим вебинаров. Например, да? И тогда я могу понять, чтобы мне таким стать, мне нужно узнать от тебя, что тебе понравилось, что тебе не понравилось в этом вебинаре. Как мне сделать так, чтобы он был тебе полезен. Чтобы после того, как ты его прослушал, ты точно знал, что тебе делать.
чтобы после того, как мы с тобой провели это время, ты точно смог ответить себе на вопрос, а что я получил в этом результате, прослушав этот вебинар? Какая цель? Какая в нем ценность? И тогда ты точно понимаешь, что тебе развивать. А я понимаю, мне, куда мне развиваться, соответственно, какие знания, навыки понадобятся мне в будущем. Получается, что так или иначе ты становишься своим собственным проектом своего развития. То есть жизнь как проект. А у проекта всегда есть цель, процесс и результат. Цель – это стать, повысить свою капитализацию. Процесс – мой постоянное развитие. Результат – я стану жить более эффективно. Мой бизнес станет работать лучше. Я буду зарабатывать больше. Я буду приносить на своей работе больше пользы как своему предприятию, так своей стране, вообще в целом и себе тоже. Соответственно, мы теперь подходим на вопрос, что и как мне развивать в себе. А этот вопрос будет твоим домашним заданием. Этот вопрос, который ты сейчас запишешь на чистом листе, что и как мне развивать в себе. Пусть этот чистый лист лежит у тебя возле компьютера, на твоем рабочем столе. Пусть он прикреплен у тебя на стене. Думай на него, смотри на него и думай. Делай то, что тебе кажется важным. Записывай туда каждый момент, который может тебе помочь. Записал, проанализировал, нашел информацию, получил информацию, решил, использовал, внедрил. Вот такие простые вещи, которые позволят тебе действительно четко и быстро следовать результатам твоего развития. Потому что я хочу, чтобы ты стал человеком, который в первую очередь хорошо знает себя. А если ты хорошо знаешь себя, никакое влияние внешней среды не позволит тебя сбить с толку. А это значит утащить или отвлечь тебя от достижения именно твоей цели. Помни, что твоя задача – работать над укреплением опоры твоей. А что это значит? Узнать себя, обозначить свои ценности, уважать собственное мнение, установить личные границы – научиться слышать свое тело. По большому счету, ты проходишь некую трансформацию. Ты осмысляешь, понимаешь, формируешь и реализуешь. Вот этот самый простой алгоритм из 4 действий. Я осмыслил, я понял, я сформировал и я сделал. Что значит осмыслил? Я быстро осмысливаю ситуацию, что в ней самое важное. Например, мне нужно чему-то научиться. Зачем? Почему? Что это мне даст? Второе. Я понимаю собственные интересы и предпочтения. Я могу научиться разными путями, разным вещам. Что мне выбрать? Тогда, когда и выбирать это нужно с учетом своих ценностей и целей. Третье. Ты формируешь идею и цель своего развития. То есть для того, чтобы и дальше описываешь. Соответственно, подходом находишь инструменты, реализуешь и получаешь вариации. То есть ты оцениваешь текущие ресурсы и можешь реализовать свою цель. Итак, осмысляешь, понимаешь, сформулируешь и реализуешь. Но самое главное, и я всегда это говорю, тебе нужно точно знать, что бы ты ни делал, это то, что нужно именно тебе. Не кому-то другим, не вашим родственникам, не вашим родителям, не вашей жене, не вашим детям, а это нужно тебе. Твое развитие, твоя личность, твои результаты и твоя ответственность. Чтобы отслеживать динамику твоего развития, нужно ставить показатели. А это значит, что любую информацию можно оцифровать. Любое обучение можно оцифровать. Количество пройденных уроков, количество сделанных домашних заданий, количество внедренных в свою жизнь инструментов, количество отработанных часов и так далее, и так далее. Мы можем сделать много-много всяких вопросов, которые позволяют тебе проверить динамику твоего развития. Развитие в том числе требует ресурсов. И самый главный ресурс – это время. Время, к сожалению, нельзя собрать, сколлекционировать. Но можно собрать другую энергию, являющуюся результатом твоего времени вложенного. Это ресурсы, материальные ресурсы. Ты можешь знать, сколько стоит твое обучение. Ты можешь поехать куда-то учиться.
На все это нужны тебе ресурсы. И сейчас ты можешь начать сформировать свой финансовый план поддержки твоего обучения. В том числе туда могут входить и поддержка государства, поддержка семьи, поддержка родителей и так далее, так далее, так далее. Но ты должен понимать, что обучение требует определенных ресурсов для того, чтобы начинать свой путь. А так как это финал, то это очень похоже на некие мои пожелания тебе. Ты уникальная личность, и твой путь – это исключительно твой. Начни путь своего развития. Помни, что у человека есть достаточно ресурсов, знаний, навыков и опыта для того, чтобы достигнуть любых поставленных целей и задач. Поэтому любая твоя цель достижима. Жизнь – это прекрасный миг на этой планете. Лови момент жизни, получай удовольствие от того, что ты делаешь. Даже сейчас, когда мы с тобой провели это время, получи удовольствие от того, что ты сделал. Найди в себе силы и радость от того, что я что-то узнал новое. Класс! Я с кем-то поделюсь, я что-то проговорю. Смотри по сторонам. Мир настолько прекрасен и удивителен, что идеи о твоем развитии могут быть просто вокруг тебя, и тебе нужно просто научиться их замечать. И этот щелчок, я бы хотел завершить им наш вебинар для того, чтобы понять тот инсайт, который у тебя родился. Чему же тебе все-таки нужно обучиться? Какое твое направление выбрать? Или, может быть, подождать и начать учиться чуть позже? А может, бросить все и начинать развиваться прямо сейчас? Настало время для того, чтобы спросить тебя, а что ты вынесешь в обычную жизнь из нашего вебинара? Что бы ты хотел поделиться, чем бы ты хотел поделиться с нами? Чем для тебя было это время, которое мы с тобой провели здесь вместе? О чем ты будешь размышлять? Я останавливаю демонстрацию экрана, возвращаюсь сюда. И предлагаю всем нам, если есть такая возможность, либо включить камеры, либо писать в чате вопросы, либо просто поделиться своими идеями о том, что ты забираешь с собой после нашего вебинара, с чем ты уходишь, с какими мыслями и идеями. Роман, спасибо большое. Да, сейчас посмотрим чат, потому что вещать можем только мы с вами. Угу. Вот. Ольга, ты была с нами, да? Да, я была почти всегда с вами. Что-то записывала себе? Нет, я буду пересматривать в записи. Прекрасно. Потому что очень хотелось сделать все упражнения. Вот, сейчас не было возможности, поэтому... И мне во время вашего... Получается, во время лекции писали люди, будет ли запись, потому что, к сожалению, не успевают посмотреть. Поэтому мы обязательно поделимся записью. Вот, и я уверена, не только те, кто были сегодня, но еще много других людей тоже... посмотрят и для себя вынесут что-то полезное. Ольга Пшеничная пишет. Я для себя начала формировать дорожную карту своего развития. Прекрасно. Оксана Разгоняева. Надо ставить цели и идти. И к ним идти. Дарья Герасимова. Большое спасибо за мотивацию. Есть над чем подумать. Ильдус Резяпов. Классный вебинар. Учился фишкам спикера. Да, самое лучшее обучение – это опыт, опыт взаимодействия с другими людьми. Коллеги, если есть какие-то вопросы, давайте, пожалуйста, прям сформулируем вопросы, я с удовольствием вам на них отвечу. Опять же, если вдруг вопросов у вас нет, да, и бывает такой момент, что, ну, не, бывает, что задать вопросы нечего, да, или как-то, ну, нет, да, просто... или сейчас они не сформулированы по какой-то причине, да, я могу, Оля, если ты мне позволишь, да, оставить свои контактные данные, чтобы люди могли написать мне прямо напрямую какие-то свои вопросы, я с удовольствием всем отвечу. Можно ли так сделать? Да, давайте. Да, сейчас, одну секунду. Тогда я включу еще раз демонстрацию. У меня есть вопрос. Роман, да. Вот ты сам как учишься? Слушай, я учусь вообще постоянно. А постоянно меня учат мои клиенты. Каждый раз, когда я прихожу в какую-то новую компанию или получаю запрос от, на проведение обучения, я всегда сталкиваюсь с какой-то определенной областью того, что я не знаю чего-то. И это абсолютно нормально, и в этом нет ничего страшного. Мир огромен,
Но это дает мне колоссальную мотивацию, импульс узнать, погрузиться, прочитать. Если вам сейчас покажу, то вокруг меня одни книги. Вот, например, я сейчас готовлюсь к следующей работе. Вот это книги, которые я для себя выписал, для того, чтобы мне посмотреть какие-то новые идеи. У меня будет большое мероприятие в Тюмени, куда, кстати, я потом прилечу к вам с Алихартой, увидимся, вот мы, может быть, лично. Соответственно, вот это все и есть такая вот большая мотивация для моего труда. На секунду сейчас покажу свои контакты. Вот мои контакты, коллеги, можете записать мой номер, написать в WhatsApp, в Telegram, зайти ко мне на страничку ВКонтакте или посетить мой сайт и задать любой вопрос. Я вам обещаю, что я обязательно отвечу. Оля может подтвердить, потому что всем я даю свои контакты. Хорошо. Да, и, соответственно, всем, кому интересно, я... Это происходит именно так. Наталья Швецова пишет: книги в студию. Роман, может быть, мы сделаем пост-итог про эту лекцию, и там ты напишешь подборку книг по данной теме, такой там самый минимум. Да, конечно, конечно, с удовольствием это сделаю, да, и разместим. Да. Что, сайт посетили уже, пишет. Да. Спасибо. Отлично. Большое. Тогда я думаю, что нам пора завершаться. Да. Коллеги, мне было очень приятно. Иногда вот от того, что ты отдаешь, ты получаешь больше. Сегодня, мне кажется, я даже получил больше, чем отдал, потому что энергия, хотя я вас не видел, но я ее точно чувствовал, она была. И улыбка вот Ольги мне подтверждает тому, что все хорошо. Спасибо вам большое. Тогда на связи и увидимся в наших других проектах. Пока. Всем благодарим за просмотр.